Приветствую вас, и сразу хотел бы сказать, что толкование сновидений не происходит так, как вы это описываете. То есть каждый элемент вашего сновидения, каждый элемент, например, элемент того, что вы находитесь в большом магазине. Просто, почему именно большой магазин? Какой магазин это? Да? Вот. Соответственно, что в этом магазине было? Какие у вас ассоциации вызывает этот магазин? Понимаете, вот это является важным. То есть каждое сновидение, каждый элемент, каждое происшествие, каждая деталь сновидения требует самого тщательного анализа и интерпретации именно вами даже. Вам. То есть нужна именно ваша интерпретация. Понимаете, не наша, а ваша интерпретация нужна этого. Понимаете? Вот. И только тогда, исходя из значение сновидения для вас, можно будет говорить о какой-то хорошей, грамотной работе на эту тему. Потому что в целом сновидение мало что значит. И значение сновидения, его значение именно, тоже, в общем-то, не так важно. Общее значение. Значение важно для вас. А для вас значение, поэтому вот что то или иное сновидение значит для вас, можно понять только через метод свободных ассоциаций, через значит, психоаналитическую работу. Чтобы это было, ну, не просто так, да, чтобы это было не псевдотерапевтическая беседа, а чтобы это все-таки была серьезная работа, вот, которой занимаются профессионалы. Вот. То есть это вот такой момент, который, ну, на мой взгляд, очень важен. И если нам с вами его придерживаться, этого момента, то можно говорить о том, что перед началом толкование сновидения нужно, чтобы вы как можно подробнее описали то, что с вами происходило. Ну, минимум там 2 недели. Минимум 2 недели.
за 2 недели, что с вами происходило до сновидения. Вот. Какие вы испытывали эмоции, какие вы испытывали потребности, какие вы испытывали желания. Такая вот история. И уже вот, исходя из всего этого, можно будет составить некий такой образ того, что вами, собственно говоря, происходит. Значит, очевидно, что во сне вы оказались там, где хотели бы оказаться. Очевидно, что в сновидении вы были там, куда вы стремитесь. То есть, конечно, я не стану говорить сейчас о том, куда именно вы стремитесь. Это нужно как раз-таки выявить в ходе индивидуальной работы. Вот. Но то, что вы себе не позволяете этого, это факт. И факт, на мой взгляд, весьма очевидный. Вот. А это значит, что что-то вам мешает. Это значит, что что-то вам не позволяет, значит, чувствовать, что-то вам не позволяет реализовывать то, что вы хотели бы. Что касается волн, то они могут свидетельствовать о некоторых блоках на вашем пути, на вашем, на вашей траектории исследования по жизни. Вот. Они могут быть проявлениями блоков, которые не позволяют вам реализовывать то, что вы хотите. Вот. Соответственно, большой магазин — это удовольствие. И, вероятно, оказались в нем именно для этого. Для того, чтобы получить удовольствие. Чтобы получить наслаждение. Вот. Это если говорить в общем. А более детальные сведения я могу сообщить только в конфиденциальной беседе, потому что правила этики не позволяют публично, значит, об этом говорить. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, либо вы увидите, что имеют место быть проблемы в вашей жизни, ну вот, немножечко поассоциировав, вы придете к выводу, что могут быть проблемы. То, соответственно,
выбирайте себе специалиста на нашем ресурсе и работайте с ним по данным направлениям. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А желаю вам всего самого доброго и удачи!